сердце земель плети. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Ёбано, это что такое? Для онли PvP игроков есть Reborn of Fire. Будет разбито. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей, Фордринг. Той силой тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже не суждено им стать. Скоро у меня будет другой рыцарь. Ну, с их слов, значит, как за прошлый сезон выплаты будут, начнут рыть. Если этого не случится, значит, кикнем. Ничего страшного. Сам отслежу. Через сколько это произойдет? Напиши админу, спроси, вы скоро людям всем выплаты сделаете за сезон? Как связаны выплаты за сезон с хождением в рейды? Да, они донатить, наверное, будут. Подожди, сейчас вторую ловушку чекну. Короче, Фарада недели две. Сила света не ведает... Чего? Недели две. Его душа безмерно страдает. Я не пойму, как связана выплата с донатить может, шмот будет, но кто знает, никто не знает. Тикать их не надо, я сам слежу и что выкину эту парочку. По поводу фрейдов, я тебе так скажу, когда им шмот надо будет, они придут. Особенно анонса. И придут рачить в эти рейды, мне спасибо. А что ты захотел? Они ПВПшники, ёпт. Им ПВЕ. Вы сейчас не то обсуждаете совсем. Насколько я помню, гильдия не становилась ПВП. Рада, что ты хочешь от ПВПшников? Это чё, зачем ролится? Ничего не ролится, всё нормально. Чё, всё, пуляю, да, нет? Нет. А можно ауру коня убрать? Каски. Даже коника нет в рейде, ужас. Ливан типа закрывает себе зулджи. Шкаф лучше поставь. Сумоньте Хекси его и будем пулить босса. Там у народ же в танке с Хелфейном, да? А, там Пегастри. Так вы не говорите, что Пегастри будет в танке, блядь. У него есть опять, не переживай, он будет в танке. Два куска, да? Да. Ох, что нормально, Редвар, я буду агрить. У меня 4 Т4 есть. Рычу на пол. Накроет
Ого, какой агро у тебя классный. О, ГЦ кого-то с осколком. Забирай осколок. Квест делать будем? Тут квест. Обязательно. Вы здесь потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Посмотрите на свои руки. Задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной путь. Библа, ох, не стая. Да, очень рад. Слабик, не хочешь рейд? Я сформировал рейд. Меняться он будет, только если это я сделаю сам. Достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Войт, слышишь меня? Ага. На РЛ-ку дай промоут. Угу. Сейчас я могу сдохнуть, что не отображается пока что. Дал? Сейчас, да.
групповой же стоит, да? На трэше, да? Неликс тут. Неликс плюс чат стоит. Это переключение випки не работает? Кто хочет потанчить третьим танком? Давай я. Это был вопрос к первым из пяти групп. Ага. Я спекнусь с Хеллфейном на боссе буду. Когда стрелять дальше. Хотя, может, и пять. Могу я на трэше. Давай, короче, ты на трэше будешь. На второй фазе. И Пегастри с Хеллфейном на боссе. Мне на первой фазе. Поможет. Как хочешь, Элбрил. На первой фазе у нас, значит. Чабис не критично, да, я так понимаю? Еще раз. Все не критично. Я скажу так, ДЦ тут будет лучше. Да лича пофигу. Вот именно на леди в ДЦ будет сильнее. Угу. Так, плюс-плюс. Ну, если вы, конечно, ноль духов хлопаете, то можно и в холика. Не-не, ДЦ пушка. Вагонов сейвит, ну понятно. По-моему, на этой лучше это. Будет проще. Короче, Войд справа на трэше, на первой фазе, и Пегастри слева. Хеллфейн, если что, будешь тоже справа и грипнешь моба с лестницы. Три мага. Вот не хлопать. Вы разберете, я надеюсь, с Дурнованом, и проблем не будет. Фисяо, отойдешь к лестнице, грипнешь Дурнована, и маги его будут контролить. Плюс-минус, чат, услышали меня? Тут. Вары, крикните на АП. Хоть кто-нибудь. Редвар или Мозер, дайте мне крик на АП. Дарнавана не убейте, он вреден. Долорус, грипни к лестнице, Дарнаван. Пытайся его увезти туда. Лики, убейте тут. Или кто это, РДД, что ли? Три бафа шамана. Thank you.
Шторм, сам станешь. Блин, ты сливал Геру? Этот хлопок духа. 3 минуты, да, я сбой. Значит. Дайте у кого-нибудь в КД Геру. Духи, бегите. Я завис. Шмагул тоже сам встанет. Не сдавайте АУЕшку, когда идет контроль. Своих побежал. Добьете, скажете. Добили. Выходи. А кто теперь на Хексе играет? Мозер. Мозер на Хекс? Ну там же Мозер. Будет кинь на Лутера. Ага. Ой, блядь. Этот самый. Бой ебаный, ну давай сейчас я разрублю. Осколка там не видно? Не, нет. Женуэн, чё молчишь? Скажет, если чё. Осколка не было, я бы его увидела. Кому надо палка? Мейн спек. Офф спек надо кому-то? Остается мощь. Мейн спек тапки. Второй спект тапки, танки надо кому-то? Вага, тебе на распыл или кому? Да, можешь мне закидывать. Какой ты платит? После файта поставьте, пожалуйста, портал в любую столицу. Это буквально кому-то на минуту слетаю. Крит МП5. Надо кому-то? Лево ставлю. На трансмут. Все, палка в боссе стоит. Ты еще напал или что ли? Напал, захватил? Да, до лича обратно уже напало. И квест даже не взял. Класс.
Ненек, страдай, бедный. Да, как бы проблем-то с железом нету, но реально лагается не очень жестко. Но это не я ее проблем. Первый раз просто вижу. На корабле дайте шкаф. Тыкните в шкаф. Тыкну с умом. Тебе пока напало, скину тарелку, да? Давай. Ее недавно поменяли, положено. Нас... Тыкните. Да, я уже добежал. Я-то не добежал. Да, ларелку там лутера забери. Все, спасибо большое. А, Эпигас различает Твин? Это не Твин. Войд в ДД обратно. Значит, на том корабле у нас Эпигас и на этом Хеллфейн. У него воялка минимально 18. Что-то я не верю, что, блядь, у него танк нахуй. Ты старый игрок, ты просто человек, не знаком. Человек долго не играл, да. А чё на пол? На 18 ело. Завидуй, Редвар. Я не завидую, господи, блядь. Просто обычно там кошмар, они выбиваются. Они донатятся. Сыны и дочери Орды! Сегодня... Мы будем биться со смертельным врагом Лахарагар! Горкрон, взлетаем! Так, я летаю, да? Или там, короче, забастовка против Элемов и далее. Вы видите? Что... Конечно, три лепехи в рейде. Мал, приятного. Вага, я летаю? Нет, ты на нашем. Эпигастре на том. Поэтому нам нужно собирать энхов, понятно? Четвертая лепеха это портала. Сейчас вы ответите перед солдатом. Портала скорее шлепок. Майонезный. Пусть заткнет эти пушки. Я тут здесь приспособился. Да я лучше там люблю, на том. Там сейвы попрожимать надо туда. Ну, кстати, одна пушка свободная. Третья. Огонь! 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 Огонь!
Так, Роджер паком набирает. Если бы оно тут было нужно. Вот фурик-то, вот, блядь, на своем корабле. А чё вы расслудились-то? Корабли, короче, можно на автомат. Радвар, на боссах не флудят. Мосса, если хочешь, можешь на суруфангов кота спекнуться. Продвижайте, чего вы? Что? Что? Мага, ты это называешь боссом, блядь? Это, по-моему, блядь, трешебитие, ну. В любом случае, это босс. Это корабль. Там осколок. Дайте лапу и каску. Ебать мой хуй. Кнопочки тыкайте активнее. Баул, что с тобой? Да и ПГП выключил, блин, достало меня. Хорош. Накипело, да, дедик? Нет. Не, я немного неправильно начислил, поэтому за сурфанга сотку начислил, все выровняю. А, уровень. Я вижу там 300. Ну. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шанса. Я сильнее. Эти напомнили там. Чем ты можешь представить? Мы назвали его Дранош. Чуть-чуть я в Пегастре не верю. А зря. Чернокнижником забрать. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой стоит. На Пегастре первый танчит, если что. Мне хватило ЗС и первого баса, блин, все, я больше него не верю. Там скажите, когда, а то что-то у адмирала ДБМ, как всегда. 12 секунд. 12 секунд. Адмирал скажет, 5 секунд. Пиздёж и провокатор.
куда-то трэш испарился, да? Какие-то слабенькие. Отойду минутки на 4-5. Тут вам жене помочь надо. Жужику сегодня везет с осколками. Накрутили, блин, лепехами своими. Я один раз не туда дала. И отстала от них. Вот выгони надо, я ничего не крутил. Какой бы жестоко ни был обид, ты красавчик. Никогда не отрекайтесь от нее. Я кнопки через раз жал. Да. Я вообще ничего не жал. Да мы все в курсе, что да, Миш, ты ракур. А я лицом по клаве катался. Я сейчас даже не пытался взрыв бомбы подогнать под трэш. Просто пока трэш, я отойду 2 минуты. Бывало, там стараешь такой, чтобы бомба взорвалась, ты там получил 3 стака. Следующей жизни. Че ты не дотягиваешь, Тейлемов? Мосса, в смысле? В спек. У тебя аэродром мейн. Тебя вон что? Тоже твин вар передамаживает. Когда дамажить начнет? Потом похлудеть. Мосса, у тебя же в спек аэродром. И нажал в спек. Что за дела? Какой твин? В баге? Да. Когда я, блядь, помираю нахуй из-за танков. Почему мне казалось, что Хекси был лучше один? Когда на нем Библ играл. А смотришь, он где-то просто в говно какое. Чё там бубнишь, ничего не понятно. Чего зависли? Войд, спекнись пока в танка. А, Ливон, народ там поможет. Часа полученная ярость. Ударом героя будет. Так у меня символа-то нет, удар героя.
Подожди, не пуль. Подожди, не пуль. Сагрет вторую еще. Ружки-то что там есть? Сейчас сниму, подождите. Поставлю-то там от силы. Прости, диспо. Сейчас получите! Это очень высокий уровень игры надо. Хеллфейн первый.